Украшения, аксессуары для дома и кухни, необычные предметы быта, интерьерные куклы и даже косметика. Все изделия в Мадлен на палубе без повторений и штампов. Так же, как и в меню Мадлен, где представлены эксклюзивные позиции, способные повергнуть в кулинарный восторг самого привередливого гурмана. В честь Дня города два в одном. Удовольствие кулинарное и эстетическое. Спасибо большое Мадлену. Они нас приняли на такой замечательной площадке. И сегодня не просто ярмарка рукоделия, сегодня настоящий праздник рукоделия. Потому что это и творческие мастер-классы бесплатные для детей, это и роспись Мехенди для детей тоже абсолютно бесплатно. И для самых маленьких посетителей мы тоже придумали программу, там в конце, в самом небольшой уголок, где они могут полепить из песочка что-нибудь, порисовать. Ну, в общем, мы старались, правда, продумать, чтобы это было интересно для всех возрастов. Позаботились в Мадлен на палубе и о детях. Для малышей работали тематические уголки. Здесь можно рисовать, играть в тихие игры, хотя носиться вокруг бассейна с золотыми рыбками тоже не возбраняется. Шымкентские мастерицы устроили для юных посетителей Мадлен серьезные мастер-классы. Каждый ребенок мог научиться рисовать хной или попробовать себя в мастерстве стропбукинга. В ходе ярмарки проводилась и благотворительная акция. Сбор средств на лечение маленькой Виолы Балан. У нее серьезный недуг. Такие акции Мадлен проводит не впервые. Порадовали в Мадлен на палубе и новинкой – магазином креативных подарков. Эксклюзивную подарочную корзину теперь может собрать каждый желающий самостоятельно. Главное – знать предпочтения того, кому этот подарок предназначается. А если затрудняетесь с выбором, консультанты Мадлен придут на помощь.